У нас время день. Мы с мужем поехали в город. Нам надо купить мясо, масло. Так, по мелочи кое-что забрать. Так что, если интересно, то поехали с нами. Постараюсь хоть немножко, но поснимать в магазине. Тайсон, привет! Тебя тут замело, нет? Не, нормально. Ладно, поехали. Дорогие друзья, съездили мы с мужем в город, сделали кое-какую закупку, но в общей сложности так. Мясо купили, все, что надо. Сейчас я переоденусь и покажу вам все, что я купила. Если интересно, то оставайтесь с нами. Так, ребят, вот это вот все, это такая небольшая закупка. Но давайте по первому, что пройдемся. Давайте вот с мясного начнем. Купила, зашла свинину. Две лытки свиные такие. 6 килограмм вышло на 1800 рублей. Будем пельмени на Новый год делать, потом ленивые голубцы и всякое такое будем делать. Еще курицу надо купить, кстати, ее не купила. Дальше потом заходили, взяли сало кусочек соленого. И вот здесь вот в пакетике у нас это легкое. Вот тут вот такой вот пакетик легкого. Дальше у нас в магазине я взяла вот эти сосиски для гриля. Целый пакет тут на 900 рублей, короче. Сосисок полный пакет. Очень много. Детям они понравились, поэтому взяла. Дальше мандарины по 69 рублей. Муж говорит, что ты дешево, стоим на остановке. Взял, съел одну. Кислющие до чертиков. Так, ну-ка тихо. Дальше. В магните увидела рис. Ребят, 39 рублей. Взяла сегодня на пробу одну пачечку. Сейчас сразу приготовлю ее. Посмотрим, нормально, ненормально. Ну, что-то странно, беда. 39 рублей. Хотя там на другой полке стоит 139 рублей. И вот не знаю. Короче, посмотрим. Взяла две банки кукурузы взяла на Новый год. И две банки горошка тоже взяла на Новый год. Деткам взяла вот такие вот пироженки по 99 рублей. Тут 8 штучек. Дальше. Мариночка, не прыгай, пожалуйста. Взяла 3 литра молока. И хочу сегодня сделать селедочную намазку. Рецепт, кстати, постараюсь заснять. Поэтому взяла еще вот такие вот два сливочных сырочка. Потом вот дружба какой-то сыр взяла. И вот такую орбиту взяла. Попробуем сделать сливочную намазку. Дальше бананы взяла тоже по 69 рублей за килограмм. Прошу извинения, просто дети шумят. Ну вот молоко я уже говорила, бананы сказала, да. Дальше муж себе взял бич пакетов. 3-4 штуки их взял в целом. Не знаю, он их обожает, поэтому берет. Я заходила в Фикспрайс, взяла себе роллтон куриный. У меня он весь закончился. 3 штуки вот такие вот взяла. 3 роллтона куриных. В суп всегда добавляю, поэтому беру или сухарики делаем, тоже постоянно покупаем. Дальше. Йодированную соль взяла баночку, тоже в супы всегда добавляю, очень вкусно, нравится. У меня уже там осталось совсем чуть-чуть, поэтому взяла баночку. Яблоки по 57 рублей за килограмм в магните. Витамин С в Фикспрайсе брала, по-моему, по 99 рублей, ребята. 3 штуки взяла, вот. Дальше бальзамы для губ девчонок. Сейчас зима, губки постоянно у них трескаются, лопаются. Короче, взяла какую? Малина, вишня, ежевика, какой-то ваниль с мороженым и яблочный. Так, лежат здесь. Дальше взяла зелень. Здесь и вот здесь вот два пакетика зелени. Рыбка копченая спинки. Взяла тоже, иногда так хочется погрызти. Для намазки взяла селедку, две штуки. И хотим на Новый год сварить холодец. Купила свиные ноги. Тут 5 или 6 штучек. Так, дальше хлеб, 3 булки. Потом 2 бутылки масла. Разного взяла, по одной по акции, другой без акции. Потом у нас дома закончился гель для душа. Взяла вот такой вот со вкусом вишни и тархун. Смузи гель для душа, тонизирующий. По-моему, 55 рублей, если не ошибаюсь. И у Светы нравится вот такой вот ей шампунь, нравится. Чистая линия. Ей помогает. У тебя такого не было, да, еще? Именно такого. Не было, по-моему, укрепления и объем.
Взяла, не знаю, нормально будет, нет, ей ноут взяла. Вот такие вот, ребят, в целом были закупочки. Напишите, что думаете. Мясо вот набрала. Но это еще не все. Завтра еще поеду. Мне там должны косточки, ребрышки, косточки всякое. Сказали, завтра будет. И вот в общей сложности сумму постараюсь написать где-нибудь здесь. Где-нибудь здесь. Сколько потрачено вот на сегодня на покупку. Если вам понравилось, то ставьте лайки. Сегодня зашли в Магнит, и курица там очень дорогая. Завтра хочу в другие магазины сходить, еще курицу посмотреть. Плюсом, Ваня, тихо. Плюсом я еще завтра ребрышки куплю для супа, да чё. Света одну какую-то выбирает. Там 5 штук, все разные. Оксана пока не трогает ничего. У тебя где? Да, у тебя есть. У тебя есть. Я это даю у кого, когда заканчивается губная помада. Все. У Светы это вообще, у нее на неделю одна помада ей хватает, гигиеническая. Так что вот такие вот дела. Сейчас это все уберу в холодильник, все поубираю. И завтра вот еще планирую. Ну вот курицу мне надо, конечно же. Плюсом мне надо. Да кульки я завтра заберу. Господи, ты пристала ко мне. Кульки нам привезли, она мне каждый день теперь занимает. Мама, когда заберешь? Мама, когда заберешь? Блин, мама, только вчера вечером привезли. Я как должна была сегодня забрать, если я с маленькими из дома выйти не могу? Оксана мне прям на нервы капает. Мама, забери кульки. Мама, забери кульки. Блин, до Нового года ты все равно не получишь. В школе на елке только получишь. Нет, она донимает меня постоянно. Короче, сейчас буду все это разбирать. Убирать по холодильникам. В ближайшие дни будем холодец варить. Будем сами разные заготовки делать. Если интересно, то оставайтесь. Вот такой вот мини-мини закупочка была. Да. Еще вот оставились деньги, чтобы курицу купить. Мне надо еще муку обязательно купить. Я ничего такое пока к Новому году вообще не покупаю. Пока еще не на самые основные продукты купить. А там уж что получится, то получится. Не получится купить ничего к Новому году. И наплевала я на все. Вот так вот я скажу. Главное, чтобы продукты были дома, чтобы было что покушать, потому что 10 дней будут дома сидеть дети, и вы сами представляете, сколько... Опять сок дали, а сейчас какой дали? Яблоко, абрикос, опять в школе дали, Маше тоже сегодня давали. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня. Начиная свой влог вечерний, короче говоря, опять варю кушать. Решила суп молочный сварить вот из этого риса, который за 39 рублей. Теперь я понимаю, почему он такой. Он тут мелкий-мелкий-мелкий. Знаете, это остатки, видать, колотый всякий такой рис. Ну, посмотрим, если он при варке будет хороший, то я завтра пачек 10 такого наберу риса. Где-то супик сварить, где-то кашку сварить, где-то что-то будет вообще в самый раз. Сейчас уже поставила, вот уже закинула рис, помешиваю теперь. Как-то пытаюсь так подальше телефон отодвинуть, но пока не это. Я на завтра записана с Ваней и с Мариной на прием в поликлинику. Пойдем за справкой. У них на следующей неделе уже начинается елка. Я хочу отправить их, чтобы на елку они сходили. Поэтому мне нужна справка. Причем срочно, срочно, срочно. Слочно, прислочно. Всю часть продуктов закупила, что смогла. Что к Новому году будем делать? Пока еще ничего не знаю, ничего обещать не могу. Там посмотрим. Видно будет. Ничего пока загадывать не буду. Будет, не будет у нас Новый год. Ничего загадывать пока не буду. Все равно будет, все равно что-нибудь накроем на стол. Господи, мясо есть, картошка есть, овощи есть. Все равно что-нибудь сделаем. Ну вот почти все для салатов есть. Надо будет перед Новым годом только купить колбасу, селедку соленую, крабовые палочки. Майонез самой можно будет сделать. Яйца я стараюсь накопить сейчас. Ну, штук 15-то, наверное, есть. Так что до Нового года подкопим еще яйца. Курицу вот только я не купила нигде. Вот курицу надо бы еще, да. Ну, завтра посмотрю. Там немного еще денег осталось. Вот курицу еще куплю. Масло мне на растительное еще бы купить. Я еще сливочное масло заказала. Коробку там 12 или 15 штук. Чтобы муку бы надо бы еще закупить. А денег уже... Ну ничего, сейчас что-то придумаю. Все мы закупим, все мы сделаем. Все будет у нас лучше всех. Так ведь? И все будет зашибись.
Я все хожу, помешиваю. А то молоко убегает быстро. Куда-то пытается от меня сбежать, представляете? Елку заказали, должна прийти. Написано 31-го. Ну, не знаю, я очень надеюсь, что она до Нового года придет. Если не придет, кто не знает, как бы. Написала? Написала? Все, идем следующий урок делать. Ладно, пошли дальше уроки делать. Все, ребят, сварила молочный суп. В принципе, рис хороший. Мне понравился. Он хорошо разварился. Но это чисто на каше, на суп молочный. Но не на плов или на что-нибудь такое. Сейчас покажу вам. Видите, он хорошо густеет. В принципе, для каш самое то. Поэтому завтра в город поеду, пачек 10 куплю. Вот такой вот супик молочный мы сварили. Всем докушать, всем приятного аппетита.